Группа Little Big 12 марта представит песню для Евровидения. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. ТАСС сообщает, что 12 марта в четверг Little Big исполнит песню, с которой примет участие в конкурсе Евровидения в Нидерландах весной. Как уточняется в сообщении, композиция прозвучит в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Все данные о песне были переданы Европейскому вещательному союзу своевременно и в соответствии с регламентом, отмечает пресс-служба канала. Вокалист группы Илья Прусикин рассказал, что трек будет веселый, с бразильскими мотивами. «Мы всегда работали на веселье, на карнавале и не будем изменять себе», – подчеркнул певец. Ранее сообщалось, что группа Little Big, которая представляет Россию, выступит в первой части первого полуфинала Евровидения 12 мая в Роттердаме. Пока это все. Еще больше новостей и жизнь российской столицы не только доступны на сайте mymsk.online. Всего доброго!